Всем привет, с вами Галактики. Мы продолжаем играть в Fallout 4. И в прошлой серии мы излечили Кейт от зависимости. Осталось теперь нам только пойти излечиться у кого-нибудь доктора. Прокачали навык торговли, или как он там назывался, я уже не помню. Собиратель крышек, короче, не помню. Теперь мы можем строить... Сейчас мы вот... Коллекционер крышек, вот. Мы теперь можем строить вот такие вот большие магазины. Большие чудесные магазины. Но интересно, поместятся ли... О, они помещаются к нам в рынок. Ну, почти, почти помещаются. Ага. Сюда еще помещаются, а вот сюда уже не лезут. И это как-то очень печально, если честно. Это у нас что? Химия. Давайте поставим... Химию попробуем сюда. Угу. Прекрасно. Придется наш рынок ломать и переделывать полностью все. Но, в принципе, это не страшно. Это только лишь время. Ну и дерево. Дерево. Море дерева. Но зато центр хирургии будет и радость, счастье, в смысле, повышать нашим горожанам. И... какую сторону тебя ставить? Вот этой, наверное, да? Да. Вот. Ну и все вот эти магазины третьего уровня будут приносить больше крышек, по идее. Может быть, ассортимент будет какой-то другой. Ну, посмотрим. Я думаю, в следующих сериях мы обязательно на все это дело. Но пока что, давайте мы, во-первых... Он там Кейт с фонарем с нашим ходит. Поменяем на наш насыщенный плазмой... Поменяем ресивер на что-нибудь другое. На 40... На какой калибр мы поменяем? Давайте посмотрим. Наверное, на вот этот вот, да? 45-й. 92 урона. Урона меньше, но... 308-е патрончики как-то быстро заканчиваются. Ну, и собираются не так часто все же. А вот эти, в принципе, нормальные. 92 урона вполне, вполне норм. И еще, наверное, уберем глушитель, поставим дульный тормоз. Посмотрим, как оно будет таким вот образом. Так. Мне нравится этот зеленый цвет, определенно. Так, хорошо. Хорошо, что еще мы можем сделать? Во-первых, мне Престон сказал, что там на ферму напали. Сейчас пойдем защищать. Тошка снова закончилась, надо будет тошки посадить немного. Ну, значит, пойдем сейчас на ферму, во-первых. Для начала. Выложить обязательно, не забыть. Я все время забываю модификаторы. Все. Сохраняемся и погнали. Ферма Эбернетти. Там гули нападают. Ну, или не нападают, а что-то, короче. Зачистить, может, локацию, территорию где-то надо будет. Сейчас посмотрим. Вооруженные силы США, не успел дочитать. Так, кто тут что тут от меня хочет? Давайте посмотрим. Мистер Абернафи? Как он подорвался? Что у вас тряслось? Да, это уже было, да. Я посмотрю, что... Так, чертовы дикие гули. А, хранилище лодок снова. Это изи. Вообще изи. Хранилище лодок в 2 метрах отсюда. И там три гуля ползает. Ну, низкоуровневая локация. Гули тут тоже 3-го левела. Можно было взять биту и идти их битой долбить. Вот. Но с другой стороны, они-то урон все равно наносят. Гадские гули. Просто один выстрел. Так. Я знаю, что ты там. Все. Отлично. Мне сейчас 100 опыта дадут за это. Геройство. 2 гулей убил, пошел. Сдавать задание.
took care of those ghouls that were giving you trouble. You did? That's great news. А, с Престоном поговорить. Снова, ладно, поговорим с Престоном, пойдем. Он нам, может, опыта выдаст немного. Тут интересно еще, как опыт дают. Уровень локации зависит от количества, ну, точнее, количество опыта от уровня локации зависит. Или куда. Вот, на самом деле мы сегодня планируем пойти в добрососедство, забрать Ника Валентайна в напарники и будем... I cleared out the ghouls that were giving that settlement trouble. Можешь не вставать. Хочет все равно встать. Glad to hear it, General. It's hard enough out here without people having to worry about ghouls in their backyard. I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime, make sure to offer help to anyone that needs it. That can only help our cause. 320, ничего себе. Another settlement has some word that they need our help. Here's where they are. I hope you can help them. Зачистка Санчуари Хиллс опять. Поговори с жителями. At least it's not raining. Чё надо? We could really use your help. What do you need? What do you need? Oh, it's really too bad. It'd be a nice spot for a new settlement. Oh. In fact, хорошо. You can make sure the old workshop. Нет проблем, я разберусь. Пайпер это понравилось. Особняк семьи Крупов. Каких-то. Кейт это не понравилось. Что? Кейт, ты чё? Тебе не нравится, когда мы людям помогаем? Фи какая ты. Так. Sanctuary Hills. Экспансия коттедж на берегу. Давайте посмотрим. Коттедж на берегу далековато. Оу, еще дальше. Ладно, ну я думаю, подождет. Пока что эти задания подождут, я надеюсь. Мы пока пойдем к в добрососедство, собственно. За этим, за Престоном хотел сказать. Ох уж мне этот Престон. За Ником. Блин, почти левелап. Надо было что-то покрафтить, и мы левелапнулись бы. Ну да ладно. Неважно. 42-й уже левел. Левела идут, по-моему, еще быстрее, чем раньше. Wow. This place is a shithole. And here I thought it couldn't get any worse than the combat zone. But I don't want anyone here to forget what matters. Куда он побежал? How's my favorite girl doing? Didn't I see you on a date with Morowski the other day? Huh, he wishes. all right, we're getting off track. What was I saying? Oh, that's right, what matters. We freaks gotta stick together. And the best way to stick together is to keep an eye out for what drives us apart. You feel me? Yeah, you tell it like it is, Hancock. Now, what out there in our big friendly commonwealth wanna drive us apart? What kind of twisted, unneighborly boogeyman would wanna hurt our peaceful community? The Institute and their sins! That's right. Who said that? Coming up to my office later, you've earned yourself some jet. The Institute. They're the real enemy. Not the Raiders. Not the super mutants. Not even those tools over in Diamond City. I don't know, Hancock! I'd sure love to give McDonough a kick in the ass! Hey, we all know I got my own personal beef with that lardhead. But stay focused. Now, I want everyone to keep the Institute in mind. When someone starts acting funny. When people are doing things they don't normally do. When family starts pushing you away for no reason. We all know who's behind that kind of shit. And the only way to stop it is to stick together. They can't control us if we're not afraid. Now, who's scared of the Institute? Not us! And which town in the Commonwealth should the Institute not fuck with? Good neighbor! And who's in charge of good neighbor? Hancock! Of the people! For the people!
Hancock knows what's what. Always does. So, sir? Что-то там. Folks bought me so many drinks, I don't even remember the rest of that night. That's taking one for the neighborhood, sister. Whoever this brotherhood of steel is, I'm not buying it. Какие-то просто бродяги. Дружинник. Ладно, дом воспоминаний. Пойдем. Вспомним все. Пожалуй. Well, well, Mr. Valentine. I thought you had forgotten about Lomi. May have walked out of the den, Irma, but I'd never walk out on you. Hmm. Amari's downstairs, you big flirt. Irma. Валентайну, я думаю, нравится точно не будет, если мы будем что-то воровать. Ну, пошли. Пошли. Ник? Ник. Let's go talk to Amari. Пошли. Поговорим с Амари. Все боятся... Я не понимаю. Ну, да, я просто серии наперед записываю. Может, мне кто-то объяснил, что здесь происходит? Почему все боятся Синта, все боятся Институт, но Ника никто не боится? Репутация? Так, влияет на них или что? Так, стоп, 10 это что мне показывают? А, это вот здесь вот она сидит. Доктор Амари? Yes. I take it this isn't a social call. There we go. Голозапись Грогнок Варвар пойдет. О, никто не заметил? По-моему, я что-то украл только что. Или... Самое смешное, что я их когда подбираю, они краснеют на секунду. Странно. Так. Нам требуется помощь, доктор. Мне нужны воспоминания некоего Келлога. А он мертв. We need your help, последний doctor. Диалог очень интересный. I need the memories from a man named Kellogg, but he's dead. I know it's asking for a miracle, Amari, but you've pulled off the impossible before. Are you too mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse, you don't realize that the memory simulators require intact, living brains to function. Так. I mean, technically, the corpse was defiled already. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine. I'll take a look. But no guarantees. Do you have it with you? Could you say that like Dr. Frankenstein? Ego, fetch me the brain. No? No, I will not. Now, do you have it? Вот все, что мне удалось извлечь. Here's what I could find. What's this? This isn't a brain. This is... Wait, that's the hippocampus. And this thing attached to it? A neural interface? Those circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen, all Institute technology has a similar architecture. Так, продолжайте, доктор. Go on, doctor. Mr. Valentine is an older generation synth. But Institute technology being what it is, the brain implant could fit him. But that's an incredible risk to take. We're talking about wiring something to his brain. Don't worry about me, Amari. I'm well past the warranty date anyway. You really think this will work, Nick? No idea. But we got a missing kid on the line.
That's worth the risk. Whenever you're ready, Mr. Valentine, just sit down. If I start cackling like an old grizzled mercenary, pull me out, okay? Let's see here. I need you to keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. Are you feeling any different? There's a lot of flashes. Static. I can't make sense of any of it, Doc. That's what I was afraid of. The mnemonic impressions are encoded. It appears the Institute has one last failsafe. There's a lock on the memories in the implant. Tell me you have a way past this, Doc. Let me think. The encryption is too strong for a single mind. But what if we use two? We load both you and Mr. Valentine into the memory loungers. Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host, while your consciousness drives through whatever memories we can find. Хорошо. All right. Начнем. Let's get started. Just sit down over there. Не посмотрел четвертый вариант. Много текста было. Сесть в капсулу. Окей. Давайте. Сейчас я удобненько сяду. Вертеть головой не могу. Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. It's degenerated, but it's there. We're going to load you into the strongest memories we can find. They might not be stable. Just hold on. Can you hear me? Ah, good. The simulation appears to be working, although the memories are quite fragmentary. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. There. This is the earliest intact memory I can find. Ага, это типа дорога воспоминаний. Remember, you are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting at first. Turn down the goddamn radio! I'm trying to sleep! Dad was either drunk or not around. I guess he must have run with one of the Raider gangs, but I never really knew what he did. I was such a dummy back then. What did I know about how the world worked? Mom knew how it was. She wasn't soft, but she loved me in her way. This doesn't and she protected me from Dad. That cost her more than a few beatings. Intact memory close to you. I never knew what happened to her after I left. There. I didn't want to know. Try that one. Not then. I was the worst thing that ever happened to her. If she'd never met me, she'd have stayed in the hub, maybe hooked up with someone who didn't kill people for a living. Probably been happier than she was with me. Almost certainly lived longer. The thing about happiness is you only know you had it when it's gone. I mean, you may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. Focus on the petty bullshit or next job or whatever. It's only looking back by comparison with what comes after that you really understand that's what happiness felt like. Mm-hmm. It's gonna be fine. You'll see. But we don't know anybody here. And now with the baby? Come on, Sarah. You've got to give it a chance. I finally got steady work with a good outfit. Nothing like that in the NCR these days. No, I'm not saying this was a mistake. I'm just... Are you sure these guys know what they're doing? They seem kind of green. I know.
But that's where I come in. Just wait. In a few years, I'll be running my own crew. As soon as I make the connections I need. Then I can give you anything you want. And little Mary, too. I never worried about you before. Must be my mama instincts kicking in. Who knew I had those, huh? Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the Shi. A lot of standing around looking tough. Well, they sure picked the right person for that job. Listen, it's gonna be great here. See this? This is what's gonna keep you and Mary safe. I promise. I know, Connie. I'm sure we're gonna be really happy here. We are. You'll see. Whatever made me think that a guy like me should have a daughter? No, I never deserved her. Not for one second. That's okay. I got her. Let's keep looking. I'll connect you to the next intact memory. Окей, пошли. How did you think this was going to end, Kellogg? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Just so you know, they died like dogs. And you weren't there to help them. I found another memory to try. I'll connect you. Mind if we sit down? Suit yourself. So, I hear you'll take care of people's problems. Is that right? If you pay me. Oh, we'll pay you. And you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it. So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Try this next one. Не успел покликать по ним, наверное. Если можно было, что и значит еще. Mr. Kellogg, I'm glad you decided to meet with me. I finally ended up in the Commonwealth. I kinda ran out of road. Plus, I'd come to terms with life. I wasn't gonna be stupid enough to get mixed up with caring about other people again. It was just me against the world. And the world had it coming. So, the first synths weren't all that impressive. I'm good, but I'm not that good. But the Institute could always make more, and kept making them better each time. They still give me the creeps, but you have to get used to them if you want to work with the Institute. You're with the Institute. I wanted to see for myself if you really existed. You heard all sorts of rumors about the Institute, but I figured they were just a convenient boogeyman for anything bad that ever happened. They were real, all right. They didn't know anything about operating on the surface. Relied on their synths for everything. They had the resources I needed, and I had the expertise they needed. Turned into a permanent arrangement, which suited me just fine. We do, as you can see. What do you want? It's come to my attention that you've been rather disruptive of our operations lately. This must stop.
I do what people pay me to do. If that's a problem for you, I could see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more problem. From what I hear, you can afford me. I don't think you fully understand the situation you're in. I think I do. Very well. B-748, initiate. Systems offline. Impressive. We may have something to talk about after all. Getting warmer. One of these has got to tell us something. We're running out of brain here. there's one that looks mostly intact. Connecting now. Manual override initiated. Cryogenic stasis suspended. Vault computers are still working. That's good. Checking through the logs. Hopefully it's all... Just find it. Pawn C6. Down the hall near the end. Eggheads never liked taking orders from a dirty, contaminated degenerate like me. But they needed me. And I made sure they knew it. Eggheads never liked... I was now the Institute's main operator in the Commonwealth. If they needed something done, they came to me. It wasn't usual for anybody from the Institute to come along on a mission, so this one stood out. I didn't know then who it was we were grabbing from the vault. Of course, neither did they. Not really. I never knew why we didn't just refreeze the rest of them. But we had our orders. Guess the old man didn't want so many loose ends. Too bad he left alive the one person he shouldn't have. Even then, I knew it was a mistake leaving him alive. I understood that kind of revenge. No one better. But I was cocky enough to assume I could handle some soft, pre-war vault dweller. Even if he somehow got thawed out. At least I know those Institute bastards will soon get what's coming to them, too. If he could take me out, they won't be able to hide from him for long. I'm glad I didn't have to kill the kid. I'm not saying I haven't done it, but, I never liked to. And yeah... I guess it did remind me of her. Yeah, I'm a cold-hearted bastard for sure, but still human. Better this way, though. Better than taking her kid and leaving her alive. This is the one. Here. Open it. Is it over? Are we okay? Almost. Everything's going to be fine. Come here. Come no, here, wait. Baby. No, no. I've got him. Let the boy go. I'm only going to tell you once. I'm not giving you, Sean! God damn it. Get the kid out of here and let's go. At least we still have the backup. Cryogenic sequence reinitialized. I'm sorry you had to go through that again. I found another intact memory. Whenever you're ready. This whole setup in Diamond City was part of some elaborate plan of the old man's. So, good news, I think. Seems obvious now that we were bait for our friend from the vault. Timing couldn't have been an accident. It's not how the old man works.
I wonder if he outsmarted me in the end. Another loose end tied up. Это дом Келлога, походу, да? Wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. I thought it was a terrible idea, actually. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Me and the kid. Like a happy little family. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no going back. I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. Oh boy. Piper has really done it this time. I mean, I'm not saying she's right, but Mayor, he's gonna be really mad this time. I probably shouldn't have even Kellogg. Said it. It's okay. One of these days you're gonna get your head blown off just barging in here like that. Well, play some music. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. The new breed of synths could easily pass as human. Some of them did. But the coursers, they weren't built to blend in. They were killing machines, pure and simple. Smarter, stronger, and faster than almost any real human. I'm just glad they were always on my side. So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As in? He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file. Радио, выключись. Быстрее выключись. Well, some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Почему нельзя радио выключить? He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Yes. Stand next to me and hold still. Mm-hmm. Okay. Что, они телепортируются сейчас, интересно, или что? Блин. Переход? Что, реально? Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. Ух ты! Ух ты! Bye. Ничего так, я тоже так хочу. Телепортация. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the Institute, because there is no entrance. Mm-hmm. Let me pull you out of there, as soon as you're ready. Я готов. Я готов. Быстрее выходим, меньше радио слушать, потому что это никуда не годится. YouTube явно не одобрит столько музыки. Так. Хорошо. Радио, выключись уже. Хватит. У вас тут радио играет? Что ли? Я прекрасно себя чувствую. Выключить радио, блин. Паника. Да, all over уже, all over. Радио, где ты? Это не радио? Музыкальный автомат, может, какой-то, нет? Может, радио прямо оттуда играет? Или у меня радио в голове играет? У меня в голове радио играет. Понятно, короче. Без этого никак, видимо. Придется полностью песню послушать. Прекрасно себя чувствую. Видите, что-то плохое, что ли? Все, вроде заканчивается песня. Ну, наконец-то. Don't be alarmed, but I honestly don't know what to look for. As I said before, this is uncharted territory. But your neural and physiological readings have returned to normal. From a medical standpoint, you're fine. Are you ready to talk about what happened in there? Hmm.
Мы же были вместе, видели одно и то же, правильно? Мы выяснили... Так, телепортация. А как, что, как? Вирджил, вот, про институт знает еще один человек. Есть более одна человек, кто знает про институт. Вирджил, тот scientist, кто escaped. Я не знал, что институт scientists could defect. Это изменяет все. Он мог ответить на все сорта вопросов. Where did the memory say he was? The glowing sea? That can't be right. No one would risk going there, not even to hide. А в чем дело? Что такого опасного в светящемся море? What makes the glowing sea so dangerous? The name says it all. Radiation. So much that nothing there could possibly live. Nothing pleasant. Navigating radioactive hazards is nothing new. But the glowing sea can kill a man in seconds. That's why it doesn't make sense. Virgil fleeing into that hell. The exposure alone. Mm-hmm. Раз нужно найти Вирджила, значит, я пойду по его следам. If we need to find Virgil, then I'm going after him. If you're going to go, be prepared. You'll need some way to combat the radiation there. Mm-hmm. It's called the glowing sea for a reason. Окей, так, не волнуйтесь, с радиацией я справлюсь. Don't worry. Good luck, and be safe. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Removed the implant while you were waking up. Mm-hmm. He's waiting for you upstairs. Окей, так. Возьму и коробку сигар тоже. Что еще? Теперь все можно взять. Так, начато светящееся море, разыскать Вирджила. Окей. Наверху. Так, это нельзя. Нельзя потрогать. Так, мадам. The memory den's not accepting new clients right now, sweetheart. Hey, Irma. Oh, enjoying yourself in Good Neighbor? It's a heck of a town, ain't it? Ну такое, я бы сказал. Ну что, Ник? Hey, Valentine. Hope you got what you were looking for inside my head. I was right. I should have killed you when you were on ice. Ник, ты тут? Ник, are you still in there? What are you talking about? Ты в порядке? Ты только что говорил со мной голосом Келлога. You sounded like Kellogg just then. Did I? Huh. Mari said there might be some mnemonic impressions left over. Anyway, I feel fine, so let's get going. Or I could head back to Diamond City, since you've got company already. Нет, пошли. Пошли. Так, ну пошли, Ник. Или давайте вот так вот. We have to head into the glowing sea. Any advice? I'm a synth, so radiation isn't much of an issue for me, but an old suit of power armor might just be the guardian angel you're looking for. That, or you could buy up all the Rad-X and Rad-Away you can find from any chem dealer who's got it in stock. Хорошо, пошли. Let's get going, Nick. Been one heck of a ride so far. Let's see where it takes us next. Кейт, не получится в санкчуаре отправить. Ладно, в Грей Гарден тогда. Последнее время всех туда отправляем. Кейт направляется в Грей Гарден. Выполнено поговорить с Ником. Так, давайте мы для начала сохранимся. И левелапнемся. 42-й уровень. Так... Вы можете повысить покупательную способность магазина, инвестировать. Но мы не будем инвестировать, нам это пока что не нужно совершенно. Здесь 46 уровень на науку. Науку хотел я поднять до 4 на максимум. Мне кажется, будет то, что надо. Вот, а дальше пойдем. Дальше пойдем, наверное, качать силу. Качать силу, хочу фаната больших пушек, потому что скоро, возможно, мы будем большими пушками пользоваться, какими-то интересными. И хочу крепкий хребет. Мне тоже ребята довольно давно говорят, что прокачать надо его. Расходуются очки действия.
И быстрое перемещение. Ну, то есть, в принципе, вот 4 очка сюда можно вкинуть. Итого получается 1, 2, 3, 7, 7 уровней. На 49-м мы будем готовы. Да. Да. Это, кстати, тоже приятная тема. На самом деле. Прикладом на 25% больше урона. Такое себе. Пока вы неподвижны, неинтересно. Это, по-моему, тоже как-то не фонтан. Вот. Но с другой стороны... Блин, это 7 очков, 7 уровней сюда добираться. А, у нас еще, возможно, будет пупс на силу где-то. Но все равно до твердой руки тоже хотелось бы пройтись. Короче, еще качаться и качаться нам, ребята. 7 очков сюда, 8, 9, 10. Потом хотел я прокачать еще этого командоса, еще пяток. Вот сюда еще одно в карабины, где они, вот они, карабины. Вообще можно было бы еще халявщика тоже немного прокачать. Да и кровавую баню тоже на 5%. На 25% можно урон поднять наш. На 25. На 15. На 15 всего лишь. А что я на 25 посчитал? На 20 надо было, да, говорить. Но тут вот, вот такая штука. Еще интересная тоже довольно есть. Но не знаю. Ребята говорят, что еще загадочного незнакомца прикольно было бы взять. Ну, короче... Мы никуда не спешим по сюжетке. В светящееся море мы пока что, наверное, не пойдем. Пойдем позанимаемся разными штуками, всякими разными. Я хочу, во-первых, вот первая цель у меня такая, это прибрать к рукам все поселения, возможно. Их вроде 29 штук, как я уже говорил. И, смотрите, мы тут были недалеко. 29 поселений, из них у нас уже порядка 22 где-то примерно уже есть. Плюс еще пара квестов есть уже на следующие. В принципе, будет интересно, я думаю. Мы будем тогда уже примерно понимать, что где можно построить. Где можно построить какую-то себе базу, берлогу такую, да, где будем складывать вещи. Вот, ну и дальше уже будем двигаться от этого. Поэтому следующее какое-то количество серий будет у нас посвящено захвату вот этих вот поселений потенциальных наших. Потом налажу я сеть, эту, как она называется, линии снабжения, да, со всеми нашими... поселения будут кучу ресов нам приносить, они будем крафтить, лаволапаться еще. Ах, романтика. Так, а давайте мы посмотрим. Мы тут игру подобрали, да? Игру подобрали. В разном, да? Грогнак. The Rabbi Ruins. Игрулечка. Давайте мы поиграем. Start game. Куда нажимать? Мне ребята еще говорили, что... Что? Еще на английском? Вы издеваетесь? Слабо было перевести это. Говорили, что если проходить эти игры, да, то якобы еще какие-то плюшки будут даваться нам за прохождение. Но тут я не уверен. Про игры вообще никто почти не писал. Только там в самом начале, когда мы первые игры начали находить. Короче... Нужно как рекрут, ну короче, взять в помощь кого-то и остановить какого-то грелока. С кем мы поговорим сначала? Блоппо, кто бы это ни был. Квест, ты говоришь, с сокровищами. Бери меня. Пока золото будет сыпаться в мои карманы. Взамен я удостоверюсь, что твои враги... Что-что-что? Wide open to attacks? Ха.
36 хп, фокус 20, инициатива 20, блопа. Ну, давайте посмотрим на других. Да. Отличную игру я выбрал, чтобы поиграть. Хорошо. Какая-то марсианка, короче. Ну, давайте возьмем ее, фиг с ним. Да посмотрим. А может, мы всех можем взять в команду, нет? У меня бабла нету. Закстар. Сила космоса подчиняется мне. Так. Фокус, инициатива 10. А, yes. Во, ну допустим. Я, наверное, с этой марсианкой тоже не согласился. Свифт. Не-н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 е. Ну ладно, давайте его возьмем. Какая разница, если он еще поместится к нам в команду. Угу. Ну, допустим. Ну, вроде бы все. Пати собрана. И пошли. Вау. Вау. Ну, вот там какая-то пещера, наверное, да? Давайте в пещеру. Мы встретили трех гоблинов. Раунд один. Дейзинг страйк, медитировать, восстановиться. Атакуем. Гоблина 9 хп. Гоблина 11 урона. Давай, тоже бей гоблина. 0 хп. Есть. Гоблин умер. Еще один гоблин. Раунд 2. Атакуем. Так, кого они... Так, атакуем. А, один хп оставили у гоблина. Можно усыпить. Прикольно. Ну, бьем, короче. Хорошо. Еще один гоблин. Раунд 3. Дейзинг страйк. Вот так. Ого, нормально так. Так, ну и я Закстер добивает. Окей, гоблинов убили. Что мы получим за это? Мы нашли 15 золота и шипастую дубину. Урон плюс 2. Кому дубину? Давайте Бло подадим дубину. Гоблин... Ага, хорошо. Просто уходим. Окей. Слушай, тут еще и локации куча. Вообще огонь. Какие-то стрёмные вампиры. Блин. Жесть. Слушайте, это, наверное, когда разработчики запилят нам, да, в общий доступ этот... как он называется? Creation Kit. Гек, короче, то можно будет, может, и игры такие делать. О, таверна. О, мы восстановились, хорошо. Можно поговорить. Инициатива за 20 золота. Нет, уходим, у нас денег нету. Ну, короче, вообще прикольно. Я думал, тут такие игры простенькие будут, а тут прям вон, нате вам, РПГшечка. РПГшечка в РПГшечке. Ну ладно, мы играть не будем, наверное, поэтому... Пока что, во всяком случае. Да, а сохранение будет? А, интересно, кстати. Давайте посмотрим. А, да, и можно продолжить. Ну, смотрите, вообще прикольно. Можно рубиться... Это, конечно, круто. Так, хорошо. Все.
Еще у нас есть капелька совсем времени. Я тут вспомнил, пока мы были в доме воспоминаний, про... как минимум про один журнал, который я пропустил вроде бы. Кого-то убили уже. Ладно, мы пока не будем здесь бродить. Журнал я пропустил где? А, в этой. В боевой зоне. Где она? Во, боевая зона. Посмотрим как раз, что здесь в боевой зоне творится. Прямо на столе журнал лежал, когда я заходил. Не заметил его. Вот, спасибо ребятам. Внимательным ребятам. Которые подсказывают, где я что пропустил. Вот, кстати, загрузки, короче, не стали. Я сейвы почистил, поудалял все сейвы, которые у меня там были, кроме последних нескольких. Только место зря занимает. Ты про вот это здание, да? Так, интересно, что тут? Что-то поменялось? Что-то будет происходить в боевой зоне? Прошло уже, ну, не так уж много времени, но, в принципе, я думаю, достаточно, чтобы что-то поменять. Нет, ничего, по-моему, не поменялось. Пустота да разруха одна. Так, стол у нас... Где был стол, кстати? А, вот прям стол с журналом, да. There заборы! Мы можете ставить в поселениях растения. Прекрасно, просто прекрасно. Спасибо огромное. Сейчас мы пойдем и посмотрим. Пойдем и посмотрим, что за заборы. Так, растения, значит. Наверное, в украшениях. Настенные ковры разные. Нет, тут ничего нету в статуях. Только этот. Картины, вывески. Точно тут не будет, но ковры понятно. Так, а где тогда растения нам искать? Может быть, где-то в каком-либо разном. Непонятно в каком, кстати. А где растения, слушайте? Мебели, может быть, в разном. Нету тут тоже столы. Вряд ли настольные какие-то растения будут в столах. Тю. Ящики. Структуры, что ли? Нет, о, вот здесь вот разные еще. Это тоже пусто. Слушайте, а что за... Куда смотреть? Где мои растения? Особые... Кстати, можно здесь поставить эту артиллерию где-нибудь. Хотя здесь она вообще не надо, потому что это низкоуровневые локации. Это так всем оба дохнут, как не знаю кто. Так, но все же, куда смотреть? Где мои растения? Может, вряд ли в ресурсах, в пище? Это тыква простая. Нет, слушайте. Тьфу. Но самое логичное место это в украшениях. Растения у нас все же служат украшениями. Как-никак. Но что-то не видать. Настенные, ну понятно, что цветы настенные это как-то не очень. Не, ну может быть, конечно, такое. Флаги только 3 штуки пока что. Непонятно. А, может, кстати... Во, вот они. Тю, а чё, я сюда не лазил? Видимо, не лазил. Вот они. Чё-то я, да. Смотрите, ну, с растениями будет немножко пободрее здесь. Три деревца поставить можно. Вон, папоротники прям такие. Во, да, слушайте, это будет как красивее. Как-то более живенько, да? О, хорошо. Озеленение улиц у нас будет обязательно. А, кстати, я поставил и не посмотрел, из чего мы все это делали. Ковры разные. Разные, 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 безобразные.
Сталь и дерево. По два штуки. Ну, такое. Ничего необычного. Хорошо. Все, ребят, на этом мы серию пока что заканчиваем и в следующей серии продолжим. Пока что всем спасибо за просмотр и пока.